И оно... В 1987 году наряду с Beatles, Rolling Stones, Хендриксом и Элвисом Пресли был назван в пятерке музыкантов всех времен и народов, прибыл в Москву. На сегодняшней пресс-конференции в Палас-отеле он поделился творческими планами. Его выступление в России пройдет в рамках мирового турне, посвященного выходу альбома «Аутсайдер». Но 2/3 репертуара единственного в Москве концерта, который состоится 18 июня в Дворце съездов, составит хиты прежних лет. Видимо, желая подготовить певца к встрече с российскими фанатами, мировую известность решили попробовать на зуб акулы пера. На этот раз укус Кушанашвили смягчил языковой барьер. А вот собратьям по перу досталось больше. За призыв быть кратким Атари пообещал кому-то набить морду. К счастью, певец этого не понял и продолжил общение.